Хоба, привет, с вами доктор Ла. Чё-то никак я не постригусь, пора уже взять свою машинку и зик-тик-зик, а-ля Брюс Виллис. Я чё сегодня вылез-то? По нескольким причинам. Во-первых, я хочу вас познакомить, есть такой сайт очень интересный. English-films.com. Там фильмы на английском языке, вот, и есть русские субтитры, английские субтитры, но они такие тупые, что вот говорят, что с субтитрами не надо бы смотреть, а то привыкнешь. К этим не привыкнешь, потому что они сделаны машинным переводом, и, в общем-то, они нисколько не мешают и не помогают. Вот, сейчас только посмотрел фильм «Мистер и миссис Смит». Вот, и, ну, посмеялся лишний раз. Ну, помните этот фильм очень хорошо, я его тоже третий или четвертый раз пересматриваю. Там играет тоже парочка, Брэд Питт, Анджелина Джоли. Вот. Это раз. Второе, у меня жена сегодня ездила с собаками, я что-то не поехал. Ну, на поляну, да. И там немножко поснимала, попробовала. Там 3 10-секундных ролика. Вот. Ну, они не пойдут, конечно, как самостоятельно. Я вот тут в конце прицеплю, посмотрите. И это два. Завтра игра Россия-Хорватия. Это три. Пока больше ничего не буду говорить. Посмотрим, с каким счетом хорваты выиграют. Вот, и самое главное, у меня сегодня была статья откуда-то я выдрал, не помню уже. Вот, депутаты приветствуют стоя, делегацию конгрессменов США. И там, что интересно, это Няша отвернулась демонстративно и не аплодирует, и сидит. Все встали, она сидит, Наталья Поклонская, да? Вот, и сейчас же, уже сейчас появились статьи американских сенаторов, затравили за потерю жестокости в Москве, что нечего было туда ездить, да тем более так мягко говорить, с Россией надо покрепче. Я чё, к чему это говорю все, да? Все позакрывал, все окошки, буду от себя говорить. Понимаете, вот в России как бы принято постоянно Россия и Америка, Россия и Америка, как это? Маша с Мишей, да, вот вместе, вместе, все время вместе. Только для того, чтобы люди, наверное, подумали, что это две вот похожие страны, да, две владычицы мира и так далее. А на самом деле это просто, ну, конечно, это пыль в глаза, ребята. Сравнивать Россию с Америкой, ну, нет смысла просто. Ну, может, по буквам только еще сравнить, да. Вот. А так это совершенно разные страны. Вот. То есть Америка это богатая страна, люди здесь живут довольные. Вот, все нормально, страна развивается, страна живет в 21 веке, да. И Россия вот сегодня тоже проскочила, там депутаты возмутились, что в России несколько тысяч школ с туалетами, с такими, с дырками, да. Господи, вспомнили, да. Вот даже вот по этому критерию просто сравнить, что в Америке таких нет вообще. Есть биотуалеты, да, есть биотуалеты, допустим, какая-то выставка внезапно, да. Вот, и чтобы людям было куда чего, да, значит, биотуалеты ставят, потом их убирают. Ну, чтобы яму копать, и туда, значит, это все, ну, такого просто быть не может, это, потому что этого не может быть, потому что Америка прошла, и, конечно, такое было когда-то, во времена гражданских войн, да, там 100-200 лет назад это было. Вот, и вот Россия вот именно так безнадежно совершенно отстала от Америки. Вот, и поэтому вот, я не знаю, вот, для того, чтобы поднять, я не знаю, патриотический дух какой-то, вот все время вспоминают, вот все время вот Россия и Америка, что-то такое, что ничего, чё, ничего, да, вот депутаты приехали, ага, Россия и Америка. Депутаты уехали, а опять Россия и Америка. Вот постоянно, постоянно это невозможно. Я только сейчас вот понял, для чего это делается, просто, ну, наверное, чтобы люди почувствовали гордость. Ну, россияне, естественно, да, американцы об этом не знают. Россияне почувствовали гордость за то, что их страна, значит, в одной строчке стоит с Америкой, а на самом деле там близко даже нет ничего, ребята, там даже ничего нет близко, к сожалению. Ну ладно, все сказал, теперь я сейчас вот еще сюда 3 маленьких ролика, это не судите строго, это моя жена первый раз вот так вот снимала, собственно, она для меня снимала, показать, да, я не мог просто поехать, мне тут разные дела были, я скамейку пилил. Вот, ну, там у нее спинка разрушилась, я делал палочки. И все, наверное. Пока, до завтра. Завтра я, конечно,
прокомментирую вот этот вот матч. Сегодня, кстати, Бразилия проиграла Бельгии. Ну, ребята, это тоже, ну, это бразильцам, я там написал на Эхе Москвы, что бразильцам, наверное, нефть, что ли, значит, поставят на карнавал, на их вот этот вот. Я не знаю, с какой светорадости Бразилия вдруг стала проигрывать Бельгии, да еще со счетом 0-2. Ну ладно, всего хорошего, смотрите Мишу с Гришей. Пока. Тони, ты где?